Всем привет! Вот у нас начался новый сезон сетевой с интересным названием «Сезон сгорания». Вовтов, конечно, фантазия отличная, в то время как половина планеты страдает от лесных пожаров, они называют сезон сезоном сгорания. Ну хорошо, пусть будет так. Сегодня я буду катать полчаса на Аполло и потом пересяду на Мак. Начинаем с Аполлочи. Он у меня в небольшом недокаче, управление на троечку стоит. Итак, сойдет. Поехали. Но опять-таки я не буду катать трассы, на которых могут быть задержки. Поэтому буду немножко подбирать комнаты. Привет.
Thank you.
Hello, Prince. I'm from Ukraine. Hi.
Привет, Дрис Мертенс. Я уже точно не помню, с какой команды он. Бельгия, что ли? Что-то вроде того. Ну, Наполи, я понял. А сборная вроде бы Бельгия, да? Ага, точно. Ну, по-моему, лучшая команда на чемпионате была Бельгия, ну, как по мне. Вообще резко, это кликуха какой машины, я что-то не догоняю. Резвани, что ли? Резвани забрал. У меня на складе 100 штук было движков для резвани. Слава богу, Лофт выпустили машину, на которую их можно было слить. А когда-то они были у меня самым большим дефицитом, кстати, именно вот эти движки i4. Ну, это было давно, а сейчас их уже 100 штук было на складе. Сейчас вот эту гоночку заканчиваем и пересаживаемся на Мак. О, привет, Фра. This is the last race on Apollo, and after that I'm going to continue on the McLaren.
Так, все, меняем корыто и садимся на мак. А какая у тебя сейчас скорость машины, скажи? Вот минимальная скорость для прохождения это 450 плюс. Вот надо, должна быть скорость, чтобы пройти Рио. Если меньше, чем 450, то шансов нет. Садимся на мак и до конца стрима будем уже катать на маке. Ну тут я выйду, потому что будут задержки старта на всех трех трассах. Это мало. Ты не пройдешь с такой скоростью. Ну, надо хотя бы 455 километров в час, и тогда будет нормально, но все равно надо ехать внимательно, потому что тачка довольно-таки багованная на трамплинах. Особенно в Рио вот этот трамплин на трассе Rapido Park. Первый трамплин на этой трассе, она там очень часто берет низко и поэтому врезается. Надо там аккуратно ехать. Я сам просрал гранд-финал. Я гранд-финал вообще впервые, наверное, в жизни просрал. Потому что я сделал одну аварию, а боты там были такие жесткие, что они просто обогнали. Боты не дают шансов даже на одну аварию. И у меня была скорость 465. Конечно, движков не будет. Я-то играю уже 4 года, поэтому у меня проблем с движками особо и нет уже. Ну, сука. Спасибо, Макларен, красава.
Oh, hello, awesome player. Но ты еще сеть восьмерки-то катаешь или нет? Xiaomi Redmi Note 4 на Snapdragon. Тут все умные, все Mac взяли. Никого на старте не обгонишь. Ой, блядь. Надо всегда дрифтить. Да ты посмотри, что творит, сука. Ой, блядь, ну тебя нахуй. Но катать я сеть все равно буду на нем. Запас прочности уже почти иссяк до вылета из чемпионов. Да, блядь, какая пещера, ты чё? 10 секунд форы захотел. Ну нахуй, такие трассы выбирают. Например, Токио там даже без задержек на маке делать нечем. Ну, сектор 8, о, чё я выберу. Был же кубок выходного дня сетевой в секторе, вот я потренировался. Вроде так спиральку более-менее начал проходить. We'll be right back.
На втором круге вышел лучше, чем на первом, но в любом случае так себе. Спиралька. Спасибо, Дрейс Мертенс. А ты круто играешь в футбол. Очень вовремя утвердили мою публикацию о стриме на 40-й минуте, блядь. Что какие-то модераторы в группе А8 в Фейсбуке какие-то заторможенные стали. Раньше так чисто скинул им запись на обработку и через пару минут уже ее одобрили. А сейчас вот по полчаса час ждешь. Сука, ну ладно. Скотина прыгучая. Суки, выбрали все-таки подъем по стене. Ну тут автоматом выходим, потому что будет задержка старта. Даже особой задержки не было, я ждал, что будет задержка. Но все равно эта трасса не особо для Мака. Я на ней 100 лет не катал. Именно в сетке. Thank you.
Да нет, не только в стене. Вот это и плохо. На многих трассах есть задержки. В том же Рио, например. В Патагонии. В Мюнхене. В Токио. В Барселоне так, 50 на 50 бывают задержки. Так что лофты пофиксили это только наполовину, вот видишь. Ну, следующая обнова должна быть в течение где-то 3 недель, я думаю. Посмотрим, что там будет. Или они уже конкретно в свой 9-й асфальт ударились и 8-м не занимаются, не знаю. Посмотрим. Ну, вот Сан-Диего Реверс, одна из лучших трасс для мака. Вырываешься и едешь все спокойно. Прекрасно. Come on, bro, my English is not so good, really. In Vietnamese, you know, how many words I know? Only few bad words. Yes, yes, bro. Like alone and something like that. Ну так ее ты сначала забери. Если тебе ее качать нечем, то если у тебя скорости не хватает. Максимум можно за жетоны ее купить, но я не вижу особого смысла. Но в сеть она что-то может при определенной прокачке. Но это лучше в группе уточни. Я всегда катаю в топ-ранке, мне больше здесь нравится. Я забрал Макси 2.0.5.0 и потом сразу же Макс Про прокачал. Thank you.
Ну, не знаю. Я вот 4 года катаю, и я сразу начал именно с топ-ранга. Ну, я только в 16 году катал на Кобре в более низком ранге, потому что у меня Триона никогда в жизни не был. Ну, у Макс Про Триона не было, а так был. Я жду, пока комната закроется, потому что в любом случае буду выходить отсюда. Несмотря на то, что в прошлый раз я нараканил, Сан-Диего Реверс все равно остается одной из лучших трасс для Мака. В идеале, конечно, один круг. Это последняя гонка будет на сегодня. This is the my last race of tonight's live stream. Но чуть позже я продолжу катать в сети уже без стрима. Как повезло. Вот тут я нараканил в прошлый раз. Все отлично. Хотя победой закончил сегодня стрим. Спасибо всем, кто поучаствовал, кто пришел. Thanks, Francesco, for being here. This was my last race. Вот это я еще подумаю, начинать или нет. Может, даже не буду проходить, потому что это полный хлам. Пока еще не начал, посмотрим. Ну что, всем пока, всем удачи, хорошего настроения.